Сегодня буду консервировать редьку черную в виде салата, на зиму в баночке и закатывать. Сейчас покажу, по какому рецепту я это делаю. Почистили редьку, морковку, очистили чеснок. И сейчас это все натрем на терку. Так, пришлось воспользоваться электрической нарезкой для овощей. Я решила делать зеленью, поэтому нарезаю петрушку. Не мелко. И разрежу чесночок. Так, все приготовили, теперь начинаем формировать по баночкам. Наливаю в каждую пол-литровую баночку по столовой ложке уксуса. У меня яблочный, 6%. По зубочку чеснока. Зелень кладем. Тонкий слой морковки. Дыва, ну иди, я занята. Далее засыпаем редьку. Затем слой петрушечки. Слой морковки. Чуть-чуть придавливаем. И сверху снова засыпаем редьку. Вот так получилось сформировать в баночках. Так, добавляем в баночки по пол чайной ложечки соли. И по целой чайной ложке сахара. И заливаем кипятком. Накрываем крышками и будем стерилизовать. Кладем полотенце на низ, устанавливаем банки, заливаем горяченькую водичку, так как банки у нас залиты кипятком, чтобы не было контраста. Воды должно быть по плечике баночек. Накрываем, включаем печку. Все, когда закипит, сделаем маленький огонь. И 10 минут простерилизуем. Ну и здесь у меня осталась редька. Я добавила морковки, петрушки нарезанной. И решила все это перемешать. И в перемешанном виде раскладываю по баночкам. Закипела водичка. Сделала я тише огонь.
И вот так 10 минут они должны легонечко прокипеть. И затем будем закатывать. Вот такие две баночки у меня получились. Получается, у меня в нарезанном уже виде было 400 грамм редьки. Плюс морковки, 300 грамм и пучок зелени. И получится вот 6 пол-литровых баночек такого замечательного на зиму салатика, полезного. Прошло 15 минут у меня после закипания. Выключаю плиту и можно доставать банки. Достала я баночки и закатываем. Вот такие 4 баночки салатика получились. Сейчас я их переверну и укрою тепло до полного остывания. Кладу чеснок, столовую ложку уксуса, пол чайной ложки соли и полную чайную ложку сахара. И заливаю кипятком. Накрываем крышками и отправляем на стерилизацию. Закипела водичка. Делаем тише. И так 10-15 минут для стерилизации. Так, закончила стерилизоваться. Достаем и закручиваем. Переворачиваем, накрываем теплым полотенцем до полного остывания. Вот таких 6 баночек получилось. Так, на следующий день огурчики мои такие красивенькие. А это салатик из редьки. Настоялась, остыла, холодненькая, можно переносить в подвал на хранение до востребования. Такая красота.